Всем привет! С вами снова я, Евгения, и сегодня мы с вами будем заниматься садовничеством и выращивать цветы с самой принцессой Софией. Ну что ж, приступим? Принцесса София очень любит животных и растения. Давайте же посмотрим, как она умеет выращивать цветочки. Несколько месяцев назад принцесса София посеяла в этот красивый резной горшочек семена колокольчиков. Она каждый день ухаживала за ними, поливала, окучивала, обрабатывала грабельками. И вот какие красивые колокольчики с насыщенными фиолетовыми цветами выросли у нее в этом красивом горшочке. А еще несколько месяцев назад принцесса София купила у одной колдуньи волшебные семена роз. Колдунья сказала ей, что розы будут расти огромными бутонами и очень-очень быстро, но только в том случае, если принцесса София будет ухаживать за этими цветами каждый день. Принцесса София каждый день ухаживала за волшебными розами, поливала цветы, окучивала их, обрабатывала землю грабельками. И вот какие красивые бутоны выросли в этом волшебном вазоне. Однажды, поливая цветы, принцесса София заметила огромный цветок, который вырос на самой верхушке вазона. Она решила немножко подождать и подлить розы еще раз. И вот что случилось. Роза выросла настолько большая, что затмила красотой всю оранжерею принцессы Софии. Принцесса София с удовольствием поможет вам с выращиванием вазонов. Возможно, и у вас появятся волшебные семена. Смотрите наши следующие выпуски, и мы с вами покатаемся на карете с принцессой Софией, посмотрим на ее сверкающий амулет и даже побываем вместе с ней на маскарадном балу. Оставайтесь с нами. До свидания.